Москве тоже пасмурно была погода, друзья. В Москве тоже погода пасмурно была. Здесь в Алане тоже пасмурно погода, но здесь более тепло. Здесь 18 градусов, друзья. Отличная погода, отличное настроение и свежий воздух, натуральные овощи, фрукты и море, солнце. Все здесь для человека, что нужно, все в одном месте, друзья, город Алания с вами, район Махмутлар, друзья. Так что, скоро хочу с вами поделиться одна шикарная, красивая, уютная, очень хорошее расположение и очень хороший вид, вид на море, на гору. Хочу с вами поделиться одна квартира, давно не показывал вот такие красивые квартиры, друзья. Очень хорошая квартира. 1+1 70 квадратный метр. Хочу с вами поделиться именно после Москвы, друзья. Так что, москвичи, спасибо большое за ваше гостеприимство. Это слово для меня очень тяжело. Гостеприимство, да? Гостеприимство. Правильно я называю? Так что, друзья, как у вас молодая жизнь? У нас отлично, здесь прекрасная жизнь, друзья, в самом деле, как-то погода хорошо, как-то климат хорошо, настроение другое получается. Я 3 дня в Москве был, но там тоже хорошо, там красивый город, исторические места были, там, где исторические места были, там были, ездили, посмотрели, но разные людьми встречали, но все равно, друзья, климат, погода, жизнь много что-то значит для нашей жизни. Вот это климат, вот это гору, свежий воздух, это много что-то значит для нас, друзья. Поэтому я вам хочу сказать, если есть у вас возможность, друзья, не откладывайтесь, меняйте свои жизни в хорошую сторону. Еще очень странно то, что некоторые люди ждут, чтобы упал сена здесь, в Алане, в Мерсине. Сена не упадет, эй! Сена не упадет никогда, друзья. 100 лет это одно и то же история слышал. Сена никогда не упадет, друзья. Здесь, наоборот, развивается. Так что, как хорошо, красивый, да? Я тоже красивый. И погода тоже красивее, так что это просто как-то погода все хорошо, оттуда идет в самом деле, не только вот это лицо, красота. Если человеке намерение, если человеке внутри красивее, и все красивее получается. Поэтому развивайте себе еще внутри, не только вот это пластика лицо, не только вот это как это, операция, ботокс, что-то делят, друзья, это все равно пройдет, надо себе внутри именно развиваться, как-то человеке добрые души, как-то человеке внутри очень красивый, все равно лицо тоже очень красивое получается, друзья, поэтому все пройдет, красота тоже пройдет, ваша душа останется всегда с собой. Так что город красивый, Алания, я имею в виду, город очень красивый, уникальный город, для проживания очень хороший город. Просто вообще страна Турция, каждый город по-своему уникальный, друзья. Мерсин тоже красивый, Алания тоже красивый, Анталия тоже красивый, Истанбул, Измир, Востоке, Кайсери, Диярбакыр, вот это, Ağrı и Трабзон, севере, Рize, все вот это города, все очень красивые, потому что страна красивая, страна очень красивая, друзья, интересная страна, перспективная страна, гостеприимная страна, демократическая страна, друзья, страна Турция, очень интересная страна, именно для комфортного жизни, для человека это создана страна, друзья, для человека, поэтому я очень люблю Турция, друзья. Слава Богу, что в мире есть такая страна, друзья. Слава Богу,
Так что такая страна есть, друзья, всем дает возможность, друзья, всем дает, что-то дает. Мне кажется, от нашего страны каждый что-то получает, правильно? Поэтому надо поделиться, друзья. Сейчас я с вами хочу поделиться одна шикарная квартира. Теперь поехали, друзья. Вот так закрывал дверь, чтобы никто нам не мешал. Сразу у нас с правой стороны домофон. Еще вот такой красивый, хорошо экзотический или романтический вот такой санузел, друзья. Туалет и душ. Короче, поднимали на 8 этаже. 70 квадратный метр с мебелью, с бытовой техникой. И продается вот таком красота. Вторичное жилье 1 плюс 1 высокий. Вот такой шкаф. Как видите, она так продается, друзья. Так что еще раз напоминаю, если вы еще не подписаны на наш канал в YouTube, друзья, подписываемся. Подписываемся. И мы вместе с вами продолжаем. 70 квадратный метр. Еще у нас здесь вот спальная комната, огромный большой шкаф и кровать высокий, все очень красиво, мне очень понравилось, и обои тоже очень красивые, молодец, очень красивые, обставлена домашняя атмосфера, занавес, 70 квадратный метр, район Махмутлар, 400 метров до моря, друзья. Вот качество мебель, очень качество, на самом деле, друзья. Еще посмотрим зал. Зал, кухня вместе. Вот там панорамное окно, вид на море, кухня, балкон. Вот угловые, вот такой угловые расположение. Очень хорошо юг и запад, друзья. Здесь после обеда солнце и очень светлая квартира. Вот мы отсюда пришли. И, между прочим, еще есть здесь кондиционер. Видите, еще пакет есть. Даже еще пакеты не убирали, потому что здесь мало жили. Вторичные называем, но иногда это бывает как первичные, друзья. Люди мало живут. Итак, здесь еще есть вот такой шкаф, посуда. Это все выходит стоимости чамашир макинисы. Вот такой чамашир макинисы есть. Это стиральная машина, вы уже знаете. Вот газ. Видите, у нас вот таком газ безопасно. Много людей иногда спрашивают, как это газ. Газ, баллон, вот в таком виде. Духовка, вытяжка. И вот это как видите, она так продается. Там посудомоечная машина. Вот в таком виде она продается. Очень хорошее расположение. Мне нравится вот такой. Здесь можно помыть посуду и наблюдать, посмотреть гору и море, или кто чем занимается. Так что, женщины, это вам. И здесь вот буздолабы. Здесь тоже выход есть на балкон. Мы с вами пойдем вот отсюда. Красивый, да, занавес ткан. Очень люблю вот такой приятный ткан как-то. Так, идем еще. Вот такой балкон. Видите, уже застеклили балкон. Вот здесь застеклили балкон. Очень удобно, мне кажется, когда застеклить люди. Как еще одна комната, друзья. Вид на гору, вид на море. Вот видите, вид на море. 400 метров до моря. Очень хорошее расположение квартиры, друзья. Вот уплавие.
Запад и где я стою, здесь юг, вид на море. И ваш вид никогда не закрывается, уже как есть так, друзья. Так что панорамное окно, здесь тоже можете посидеть, чай, кофе попить, наблюдать, посмотреть. Очень красиво. Сейчас я открою, чтобы у вас более понятно было. Вот в таком виде. Видите, очень красивый, высокий такой панорамное окно. Очень красивый вид. Без монтажа, без краска снимаем для вас. Как видит она так, вот в таком виде. Еще есть Wi-Fi, интернет тоже есть, телевизор тоже есть. На восьмом этаже, друзья, 1+1 с мебелью, с бытовой техникой продается. Очень большая площадь, 70 квадратный метр, друзья. И, конечно, очень уютно. Мне очень понравилось, приятно просто атмосфера. И аура очень хорошая. Так что, друзья, район Махмутлар, город Аланья, до моря 400 метров, очень отличная квартира. Так что, друзья, у нас завтра уже Рамадан начинается. Почему Рамадан называется, я не знаю. Рамазан, вообще Рамазан. Один месяц будем пост держать, друзья. Один месяц пост будем держать, после... через месяц праздник будет Рамазан Байрам. Рамазан, не Рамадан, Рамазан. Так что, и поэтому один месяц пост будем держать, друзья. В Москве были, еще раз, все москвичи, кто с кем там встречали, друзья, всем за ваше гостеприимство большое спасибо. Мы уже дома, в Алании, в Турции находимся. Уже дома. Всем большое спасибо, друзья. И кто купил у нас там недвижимость онлайн, вам тоже отдельно большое спасибо за ваше доверие. Потому что онлайн купить, мне кажется, это полностью доверие. Онлайн покупаешь, не трогаешь просто. Просто это тяжело, в самом деле, решение принимать, но люди нам доверяют, покупают. Поэтому ни одна, ни два, ни сколько люди купили, ни сколько квартира. За ваше доверие отдельно большое спасибо, друзья. Это очень важно для нас. Просто люди не приезжали, не потрогали, не видели своими глазами. Просто мы рассказываем. Доверяют просто, потому что мы почти 15 лет уже на рынке недвижимости, друзья. У нас есть... Все раскручен, 3 офиса, поэтому люди это все это видят, компания развивается, никуда не денемся, поэтому доверяют. Всем удачи, берегите себя, друзья. Если по поводу вот этой квартиры какой-то у вас вопрос есть, можете всегда к нам обращаться. Под видео есть мои контакты, пишите, звоните. Удачи вам, берегите себя, любите себя, друзья. Пока.